Полицейские автомобили бывают разными. Единственной схожей отличительной особенностью всех полискаров являются яркие полосы, пульсирующие огнями люстра на крыше и внушительных размеров надпись «Полиция». И в большинстве случаев проезжающий мимо полицейский автомобиль вы даже не запомните. Но среди огромного множества подобных машин есть и особые уникумы, явно попавшие на службу в обход основной очереди. Приветствую вас на канале I Know Channel, и сегодня я вам расскажу о 5 самых невероятных полицейских автомобилях в мире. Специализированное транспортное средство TX-7 Multi-Mission Vehicle спроектировано американской компанией Carbon Motors для применения силами правопорядка и военизированными подразделениями в различных ситуациях. Полиция вызвала броневик. Функциональными элементами TX-7 являются высокая крыша, стробоскопы и панель световых сообщений, а также возможность интеграции различного оборудования, включая сенсоры по определению радиационного, химического и биологического заражения. Причем в кабине TX-7 достаточно пространства для размещения до 10 человек. Название сего китайского патрульного электромобиля не рискну даже попытаться выговорить, ведь оно такое же корявое, как и его внешний вид. Данный полицейский электромобиль способен проехать на одном заряде 120 км, при этом развивая максимальную скорость 80 км в час. Но чтобы вы не подумали, что это какая-то там китайская пластмасска, окна в этом электрокаре бронированные. Поле непробиваемое! Контактность! И судя по сферической форме крыши, у автомобиля нет абсолютно никаких недостатков в плане обзорности. Но все равно, внешний вид машины оставляет желать лучшего. А за руль этого трехколесного автомобиля, наверное, стоит усаживать тех полицейских, кто чем-то очень сильно провинился. На самом же деле ездят такие машинки в разных городах нескольких американских штатов, и называются они Cushman Three-Wheeler. А вот выезжают они исключительно штрафовать водителей, паркующихся в неположенном месте. Одним словом, данный трехколесный драндулет используется для проверки оплаты стоянки, выписывания штрафов и надевания блокираторов на колеса. Если автомобиль является редкостью и стоит сумасшедших денег, то полиция Дубая обязательно должна включить его в свой парк полицейских транспортных средств. Не стало исключением и модель Aston Martin One 77. К слову, в мире есть всего 77 таких автомобилей. Не зря эта циферка присутствует в названии автомобиля. И один из них находится в Эмиратах. Суперкар оснащен 7,3-литровым бензиновым мотором V12, который развивает 760 лошадиных сил. При этом авто весом 1,5 тонны способно разогнаться до 100 км в час за 3,5 секунды и развить максимальную скорость 355 км в час. К слову, в автопарк полиции Дубая входят еще такие автомобили, как Bentley Continental, Mercedes-Benz SLS AMG, Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron и другие дорогие модели. Кстати, а какая ваша любимая марка авто? Напишите в комментариях. Сложно поверить, но гоночный болид Ariel Atom – это действительно полицейская машина. До 100 км в час этот необычный страж порядка разгоняется всего за 2,5 секунды. Эта машина весьма быстра и маневренная, более того, рассчитана на 2 человек. Но несмотря на раскраску, сирену и мигалки, в погонях этот необычный полицейский автомобиль не участвует. Он подготовлен в рамках кампании по повышению дорожной безопасности среди мотоциклистов. Теперь понятно, почему полицейская версия Ariel Atom была представлена в единственном экземпляре. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!